Добрый день, друзья! YouTube канал Владимир Стороженко. Ну, на самом деле, на моем YouTube канале Владимир Стороженко я показываю, как жить, поживать, добра наживать, делюсь своим жизненным опытом. Мне 56 лет, по первому образованию техник-пчеловод, 27 лет сотрудничаю с компаниями, которые продвигают свою продукцию по системе сетевого маркетинга. Ну, 20 лет где-то я этим занимался профессионально. Сейчас я занимаюсь этим как, ну, можно сказать, как пенсионер, да, по остаточному принципу, да. Когда-то созданные структуры, организации, да, потихоньку дают резидуальный остаточный доход, да. Вот. И я пошел работать физически, но пошел работать физически по мотиву показать, как работают продукты для здоровья компании Full Life Research. Ну и для поддержки штанов, и для расширения, есть такое понятие, целевые аудитории. Да? И я понял, что я старался работать больше с людьми, которым требуются деньги, не те, которые, у которых уже все в толстом слое шоколада, да? Такое, слышал такую фразу, в толстом слое шоколада, да? Ну, это значит, все хорошо, да, у них, которые могут заниматься инвестициями, да, инвестировать, да, есть инвестиционный портфель, ну, таких единицы, да, людей. А в основном я нес свою информацию людям среднего достатка и ниже среднего достатка, да, которым требуются деньги, да. Но вот так как я познакомился с компанией Full Life Research, исследование для жизни, была потребность вот восстановить здоровье, была ситуация жизни и смерти в семье, да, у самого пошатнулось очень серьезно здоровье. И вот я открыл для себя БАДы для компании Full Life Research, исследование для жизни, другие БАДы, не эти, это кошачье питание. Сейчас буду показывать, как делиться своим опытом, как вот развести кошачье питание. Ну, также детское питание разводится, да. Вот. Поэтому я просто общим вставку такую сделаю, в чем ценность моих вот видео, да. Раньше я читал лекции в больших коллективах, да, по здоровью, там, по красоте продуктов вот разных компаний сетевых, да, которые выплачивают процент, этот процент со временем становится больше, чем зарплата работника по найму, да, почему я это преподношу как дополнительный доход, да. Ну, как бизнес, наверное, смешно это преподносить как бизнес, да. Хотя сейчас такие времена, если по-честному человек с человеком искренне по душам поговорить, бизнес уже не дает. Ну, малый бизнес, средний бизнес, он уже не дает тех вознаграждений, которые были раньше, да, потому что сейчас сильные игроки рынка вытесняют среднее предпринимательство и мелкое предпринимательство, да. Если человек честно признается, то и небольшая и выгода даже в бизнесе, хотя это называют по-старому еще бизнес, да, это уже не бизнес, это уже вот остатки роскоши. Вот. Поэтому я тоже пошел работать физически, скажу честно, да, но у меня это тактика, стратегия, это моя такая концепция, да, чтобы знакомиться совсем с незнакомыми людьми, да, занимаясь какими-то видами деятельности, там, покосом территории, там, допустим, я занимаюсь большим покосом территории, и это был мой основной мотив пойти вот косить участки на коттеджах, да, на приусадебных участках, дальневосточные гектары. Ради этого я изучил вот ремесло покос травы, да, триммером 250, у меня их два, да, там. Ради этого я пошел машинистом котла, кочегаром. Основной мой мотив, чтобы иметь доступ вот к ребятам, предпринимателям, которые приобретают автомобили из Японии, да, и через Уссурийск, через Владивосток, через Уссурийск, вот, гоняют их в разные уголки нашей страны, родины, да. Они себя называют в Ютубе перегоны, перекупы, да. Вот, ну, это такие мои такие вот надуманные мотивы, да. Ну, и, конечно, для поддержки штанов, да, чтобы время свое, вот, как-то оно окупалось, да.
хотя бы, да. А благодаря интернет-инструментам можно делать сетевой маркетинг. Здесь же самое главное общение с людьми, это бизнес, построение отношений с людьми, да. И нас объединяют цели, вот продукты для здоровья, продукты для красоты, там финансовые всякие программы, да, сейчас в интернете очень много финансовых программ, брокерские счета, криптовалюты, да. Ну, криптовалюта просела, все знают, да, из-за нестабильности. Вот. А вот продукты, компании продуктовые, они на рынке вот, выживают, живут. И те люди, у которых есть навыки общения с людьми, да, или те, кто развивает навыки общения с людьми, те, кто воспитывает в себе лидерскую позицию, вот у тех людей есть шансы вот, дополнительно зарабатывать в компаниях сетевого маркетинга. Значит, смотрите, 9-я серия с какой-то минуты, с 6-й минуты, да, это будем сейчас корм котенку сейчас героя нашего видео покажу. Кошка Муся Дежавю подкинула нам в цех отопительный котенка Фортуна одного, но у нее их походу там больше 6, потому что 6 месяцев назад я подобрал вот одного котенка, потом Муся принесла второго, третьего, потом четвертого, пятого, шестого, и закончилась эта история, что я их забрал вместе с кошкой Мусей домой. И сейчас у меня дома 3 кота 6-месячных, батерых, Фортуна, фарт, мальчик, черный, черныш и красавчик, да. Трех котят, когда они еще были маленькие, две кошечки и одного кота, за которых не стыдно, попали они в хорошие руки, да. Ну, как обычно это бывает, да. Вот, и вот сейчас история повторяется. Кошка Муся подкинула нам на котельную вот Фортуна, котенок. Сейчас приготовлю вот это для брошенных котят, ну или там для отказников, да, вот питание кошачье с 6-й минуты называется Лактол. Вот 6 месяцев назад я его покупал для тех котят. 2 300, 250 грамм Лактол. Значит, как мы готовим? Значит, в набор идет вот такая бутылочка 50 грамм, а здесь 7 мерных ложек на 100 грамм. 7 мерных ложек. Значит, на 50 грамм готовим, значит, запас еды. Вот напарнику передам. Значит, за раз вроде как 20-30 грамм можно давать котенку. Ну, вот этому котенку уже больше недели. Уже глазки открыл. Вот. Ну, лупит конкретно. Прям как вот, я извиняюсь, с горла, да. Вот прям бутылку вот так вставляешь из горла там. Ну, здесь вот есть такая пипеточка. Я ее сполоснул кипяточком. Вот, сейчас, значит, задача номер один отмерить 3,5 мерных ложки вот на 50 грамм, а вообще 7 ложек на 100 грамм. Вот, значит, раз ложечка, два ложечка, три ложечка. 3,5 ложечка. Все, баночку убираем, чтобы не мешало. Теперь задача, нам надо отмерить. Так, тихонечко. Нам надо отмерить тепленькой водички. У меня вот такой термос козырный. Это мне товарищ подарил, инженер лесного хозяйства Александр Анатольевич. А я ему подарил такой же термос с гравировкой. Там мы работали на просторах Сихотэ-Алина в 2014 году. В 2014 году именной такой термос и у Александра Анатольевича, и он мне подарил на память с уважением и благодарностью Владимиру Владимировичу Стороженко от Александра Анатольевича за интересное сотрудничество в октябре, ноябре и декабре 2014 года на просторах Сихотэ-Алина. А потом мы шишку заготавливали кедровую. Александр Анатольевич выиграл тендер на вот орех кедровый как семена для посадки кедрача, да? И вот мы от Снегуровки
Михайловского района, Уссурийского района до Тернея, это 700 километров по карте, в разных местах по Сихотлину собирали кедровую шишку, паданку, по кедрам лазили, очень много собрали шишки. Вот, вот что-то пошло на тендер, вот на семена для посадки кедра, ну что-то вот на свои, на свое потребление, что-то вот продали, реализовали, чтобы рассчитаться за работу с парнями, да. И вот потом мы по лицензии еще в 2014 году, в декабре, до 20 декабря, косили, я покосом еще травы занимаюсь профессионально на больших территориях, пилили новогоднюю елку, да, ну вот новогодняя елка, да, живая елка, по лицензии. И там был охотовед Иван Петрович Носков, и вот он написал стихотворение такое, я его вот с его разрешения тоже на термос себе поместил, обращение изюбра к людям. Но там, где мы пилили елку новогоднюю, там, представляете, вот так вот плечами, вот так прямо не пройти, только надо проходить боком. Там настолько плотно засадка елками была, что там аж темно, днем аж темно, вот в этой, как бы, как сказать, елочная, ну, посадки, да. Вот так прямо не пройдешь, вот так близко елка друг к другу росла, даже забивала друг друга, что ее надо было прореживать. Вот такая работа по лицензии. И вот слова Ивана Петровича, да, Носкова. Обращение изюбра к людям. Если б наградили тебя боги голосом, понятием всего, ты б тогда сказал всему народу, это изюбр сказал бы, прямо к людям, выйдя из тайги: эй, человек, хорош губить природу, для правнуков достойных сохрани. Слова Ивана Петровича Носкова, с его согласия. Сихотлинский хребет, Таёшка, ключ веселый, декабрь 2014 года. Вот уже получается 9 лет этот термос верой и правдой мне служит, я с ним не расстаюсь. Значит, наливаем сюда кипяточку. Вот, 50 грамм. И, бля, чтоб тепленькая была водичка. Убираем. Разводим холодной водичкой. Вот. Пятьдесят грамм. Употеха. Фортуна уже в сухой корм лезет. Значит, здесь 3 мерных ложки. Выливаем. Да. Так, размешать. Сейчас ложечку. Смену все сдал. Сейчас работаем ночь через ночь, пока по 12 часов даем тепло. Я сегодня записал видео планирование сферы жизни человека, обучение, возможности дополнительного дохода. YouTube канал Владимир Староженко. Вот 03.11.2023 год. Сейчас, Фортунка, сейчас я тебе сделаю оживительную еду. Сейчас я почему задержался вот со смены, покормить котенка, потому что Андрей Валерьевич, сменщик, придет к 20 часов. Мы работаем вот с 20 вечера до 8 утра. Поэтому вот я ждал, пока он проснется, котенок. Ну и занимался своими делами, там YouTube канал. Вот. Что-то смотрел для самообразования, планировал неделю. Вот праздники, 4 дня, вот супруга работает в муниципальной организации, 4 дня муниципальные служащие будут отдыхать. Умора. Дайте жрать, пожалуйста, да? Может, ты уже и с миски будешь сам лакать?
Ну, не буду как бы рисковать. Сейчас давайте уже накормлю ребеночка. Вот, наливаем. И Андрею Валерьевичу тоже передам. А потом можно вот в эту как ее поставить. В тепленькую водичку, да. Ну, как вот детское питание. Это же не для детей видео. YouTube-канал для взрослых. Поэтому вот. Ну, это мой хороший. Значит, еще раз акцент сделаю. В зоомагазине вот 6 месяцев назад я единственную банку нашел. Несколько зоомагазинов проехал вот по рекомендации. Люди, которые занимаются кошками, котами, котятами. Вот, узнал, что надо, есть вот такое для брошенных котят. Есть такое питание. Ну или там по разным причинам, да. Мамка отказалась, да. Вот. Я так подразумеваю, уже из опыта 6 месяцев назад кошка Муся, просто у нее вот так уже задними фактами, да, задним опытом было 6 котят, и вот она нам подкинула одного. И, конечно, она больше время проводит со своими котятами, да. А один как бы брошенный. И вот мы его тогда тоже подхватили, а потом она поняла, что мы хорошие условия создаем, да. И получается, котят перетащила к нам. Второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. А потом мне пришлось, мы закончили отопительный сезон, и мне пришлось забрать их домой. Сварил Николай Тимофеевич павильон, поставил профильный забор от соседей, потому что там собаки без привязи. Ну, он голодный. Так что, видишь, Володя лучше, чем мамка, да? Не, ну мамка Муси, она 100%, она вот там на моем YouTube-канале, Владимир Стороженко, есть видосы, 140 видосов. Я тогда косил вот Суворовское училище, летний тренировочный лагерь Суворовского училища, ну и вот там видеолокация, да, попросили не снимать, не выкладывать видео, потому что курсанты присутствовали, да, летний тренировочный лагерь Суворовского училища. И вот мне пришлось как-то заполнять свой YouTube-канал, и я записал 140 видео, как воссоединилась семья кошки Муси и вот котят, да. Ну и опять же, я увидел на Первом канале передача, а видео видели, там вот людей приглашают в Москву, видать, оплачивают им дорогу, и они рассказывают добрые истории, как они любят своих вот питомцев, собак, кошек, там, канареек, там, попугаев, да. Думаю, может, и я раскручу свой канал, потому что там по 50 тысяч просмотров про животных, представляете? А я занимаюсь хорошим делом БАДы компании Full Life Research. Вот. И там минимальное, у меня там 152 подписчика, хотя 2200 видео реально про труд, как вот меня восстановили БАДы компании Full Life Research. И я показываю, как мы шишкуем, там, как мы березовый сок собираем, как мы что-то с моря ловим, как мы с речки что-то ловим, как я кочегарю, как я там снег убираю, как я своими скрюченными пальцами, нерабочими в кулак, не сжимающимися слабыми пальцами, у меня суставы слабые, я делаю все. И я тогда, вот концепция моей рекламы продуктов для здоровья, для красоты, для долголетия, для омоложения, там, для восстановление матрицы здоровья при инсультах, при инфарктах, при онкологии, там, при там, педиатрии, стоматологии, ветеринарии, там, при отеках квинки, при аутоиммунных заболеваниях, при сахарном диабете, там, при эпилепсии. Вот как БАДы компании Full Life Research помогают, я пошел показывать физическим трудом, что это нонсенс, вот с такими несгибающимися пальцами, слабыми. Вот. Я выполняю цели и задачи. Вот я свой YouTube-канал посвятил вот этим фактам физического труда, да. Хотя 24/7 я весь и душой, и сердцем, и мозгами вот в индустрии сетевого маркетинга, потому что это и людям помогает, и возможность приобретать продукты для дома, для здоровья, для автомобилей, для красоты, для здоровья, самое главное, да, компания Full Life Research
для красоты это lambre.ru, другая компания. Финансовые потоки это другая компания, BeFree. Вот. И получается, я рекламирую вот эту систему, индустрию сетевого маркетинга. Ну, а у вас какие-то, может быть, другие компании, там Сибирское здоровье, там Amway, там, да, и другие там компании, там, допустим, да. Их очень много, там, их много. Их там несколько тысяч. Ну, передохни. Вот такое видео, 3 ноября 2023 год. Но это уже 10-е видео, ну, пускай это будет 9-е видео. Просто там я большое видео записал на 55 минут. Планирование сферы жизни, обучение, где я обучаюсь, где я обучался. Вот. Вообще я посмотрел YouTube-каналы разных вот, очень достойных мужчин, личностей, коучей, тренеров в разных направлениях. Сейчас вот смотрю про физкультуру, сейчас вот уже очень мощное такое намерение, пора приобретать гирю. Я в армии занимался, у меня был 2-й гиревой разряд, взрослый. Вот. И вот какие-то упражнения там на перекладине, своим весом я не могу владеть. Даже вот гирю 24 килограмма, по которой я выполнял нормативы 2-го взрослого разряда в армии 1982-1985 год, я ее ни разу не могу поднять. 24 килограмма я не могу ни разу поднять. Не из-за того, что я хилый, а из-за того, что у меня вот проблема с суставами. Поэтому вот начну я с 16 килограмм, с ней у меня что-то получается. Вот, ее я как-то чуть-чуть удерживаю, да, поэтому вот начну с 16 килограмм. Поэтому вот сегодня решу вопросик, наверное, с гирей. У нас, вот мы делаем капитальный ремонт в квартире после наводнения, поэтому мебель вся утонула, очень много места заняться вот растяжками, какими-то там упражнениями на гибкость, на эластичность, да, для суставов. И вот ГИА, я думаю, 16 килограммов пока будет для меня вот в самый раз. Так что буду показывать, рассказывать. И вот я сейчас очень, мне нравится смотреть YouTube-канал Александр Македонский. Очень достойный человек. Рекомендую, Александр Македонский. Просто вот он мотивирует людей заниматься физкультурой. Ну и также другие мужчины, парни. Вот. По бизнесу там я смотрю, по психологии, по личностному росту, вот, по отношениям между людьми. Вот. Ты уже хорошо съела, Фортуна. Это девочка, Фортуна. Фортуна у нас как-то была тоже, фирму мы организовывали, Фортуна. Тоже касса взаимопомощи. По 100 рублей. Вот. Но я просчитал, я хороший маркетолог, могу просчитывать, 27 лет опыт. Вот. Могу проанализировать любой маркетинг-план, понять, сколько стоит продукция первой руки, сколько она стоит у координаторов страны, сколько она стоит у региональных представителей. Вот. Так что для меня многие вещи очень очень прозрачны. Вот, поэтому вот надо думать наперед. Ну все, у тебя уже живот как барабан. Может, харе? А? Давай, плакать не будешь? Как это мы в детстве столбиком подержать надо, да, новорожденного, столбиком, чтобы провалилось все, да? Да? Ай ты, душонка, ай ты, душонка, а. Ну, прижмись, душонка. Ай ты, душонка, ай ты, фортунка. Все, Вова пойдет приводить себя в порядок, душ, и надо делать дела. Сегодня Вова очень много чего напланировал. Надо хоть какую-то часть из этого всего сделать.
Да. И дома у меня три кота ждут меня. Друзья, вот такое девятая серия, скажем так. Девятая серия вот, про котенка Фортуна. Ну и потихонечку рассказываю, чтобы мои видео были и интересные, и полезные. Ну а всем нам нужны инструменты, деньги, да. Я желаю, чтобы в ваших семьях было детский смех, родительская мудрость, перспектива во всех сферах жизни, верные друзья и несколько источников дохода. Вот. Поэтому я думаю, что это достойные темы, да. Я рассказываю, что у меня получается, что не получается, признаюсь искренне в ошибочных каких-то действиях. Вот. Так что я думаю, что навыки у меня натренированные за 27 лет, за 56 лет, да. Связи по всей России, людей с лидерской позицией, да, которые прошли сетевые компании, проходят сетевые компании, которые предприниматели. Вот. Много знакомых среди спортсменов, ветеранов спорта. Вот. Так что я думаю, что будет вам интересно на моем канале. Опять же, также я люблю природу, на природе бываем. Вот. Есть вот товарищи с хорошими машинами высокой проходимости, поэтому вот около костерка люблю посидеть. Ну, я не рыбак, вот, на поплывок. Ну, друзья, профессиональные рыбаки есть, вот, охотники, поэтому ну, сейчас просто надо денег зарабатывать, потому что восстанавливать квартиру после потопа. У нас вода была по подоконник. В квартире было 80 сантиметров, 3 дня вода утонула имущество. Ну, мы спасли мелочевку, я спасал его, вот, не бросил. Весь потоп находился дома, там дед Мазай и зайцы, а Володя на плоту спасал котят. Вот шестерых котят и кошку Мусю. Даже в коммунаре, в газете государственной городской пропечатали Владимир с улицы Вейса. Хотя по топу вот, пострадали 18 тысяч человек, да. И вот из 18 тысяч мне вот как-то удостоили меня чести, я соответствую, вот, пропечатали в газете «Коммунар», да, как я вот преодолевал вот, стихийное бедствие, да, в августе, с 11 на 12 августа 2023 года, с 12 на 13, с 13 на 14, 15 августа уже вода ушла. Вот такие дела. Ну все, пойду я в душ, потом еще, может быть, чуть-чуть покормлю. Вот, так что все здорово. Вот. Бытие мое. Все, помогай Бог. YouTube канал Владимир Стороженко, плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. Помогай Бог. Звоните, если вам что-то интересно из моих видов деятельности. Парфюмерия, косметика Ламбре. Больше 20 лет на рынке. Парфюмерия с Франции. Косметика с Франции. Можно брать по выгодным ценам, просто для себя, как VIP-клиент. Здоровье 4life.dv.ru, 4life.com сайты. Это БАДы для компетентного иммунитета. Более 20 лет на рынке. В 80 странах мира. Очень много врачей с этими БАДами работают, потому что есть письмо Минздрава 2004 года, рекомендующая на рабочих местах врачам, медработникам рекомендовать это своим пациентам, потому что компетентная иммунная система, БАДы компании Flight Research делают иммунную систему компетентной. И компетентная иммунная система сама находит вирусы, бактерии, грибы, онкологические клетки и выравнивает здоровье, вот, любое отклонение по нездоровью, да, любое отклонение. Только кому-то раньше, кому-то позже, и надо еще успеть в окно терапевтических возможностей, да. Просто бывает, когда уже поздно. Все мы смертные, бессмертных нет, ни одного. Поэтому вот чем раньше мы начнем заниматься профилактикой, ну это стоит денег, да, одна баночка стоит где-то 3,5 тысячи, 4,5 тысячи, а там есть программы, несколько банок. В России 15 продуктов Full Life Research, исследования для жизни, в Европе 30, разрешено Минздравом, в Америке
120 продуктов. Очень эффективные БАДы, очень широкий спектр действия. Российские профессора, академики, Дадали Владимир Абдулаевич очень много про это все рассказывает. Боковой Александр Григорьевич, профессор Кремлевской клиники инфекционного отделения, 35 лет был главным врачом инфекционного отделения Кремлевской клиники, сейчас на пенсии, но курирует компанию, вот, филиалы в России, компании Full-Life Research. Чижов Алексей Ярославович по вопросам омоложения, по проблемам старения. Вот они всем этим делом уже с 1998 года этим вот занимается уже больше 20 лет. Вот в России курируют вот филиалы этих компаний. Филиалы называются Центр восстановления иммунитета в России. Вот компания Full-Life Research. И вот 7 месяцев я знаком с кассой взаимопомощи BeFree. Деньги на каждый день, деньги на мечту. Это краудфандинг, это возможность сделать пожертвования и получать пожертвования. Это клубная система. Ну вот, я сегодня 55 минут там подробно все это рассказывал. Планирование, обучение, сферы жизни человека, мой личный опыт. Вот я это все вот немножко там показал. Схемы там, это все плакаты цветные. Мои схемы, мои просчеты, да. Ну и вообще в Ютубе можно загуглить BeFree, BeFree. Деньги на каждый день, деньги на мечту. Это слоган такой. Все, друзья, YouTube канал Владимир Стороженко. Рад быть вам полезным. Здоровье, красота, деньги и бытие мое, сила воли, физкультура, как оставаться бодрым, позитивным, здоровым. Помогай Бог. Плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. Ну и вот котята сейчас у меня вокруг.